Погоди, сейчас. Мы прогулялись 20-50, я пока время снимаю, это 20-50. Мы нагулялись в Мегасе, вернулись оттуда. Я пока пытался в Cyberpunk играть, Колян периодически на меня отвлекался. В итоге у нас расцвели сосисочки, в прямом смысле расцвели. Это что за мясные розочки? Это очень красиво. Это специальный кулинарный ход. Ты для меня романтический ужин сделал? Естественно, сейчас их еще кетчупом намажу, знаешь, как кишки распидорасило. Очень романтично, прям пиздец, блядь. Мясные цветочки. Да. Мясные цветочки. Знаешь, что такое мясные цветочки на самом деле, блядь? Че это? Попов, знаешь, блядь? Я думаю, что догадаться несложно. Вот я сейчас еще кровью помажу. Я просто Cyberpunk попытался играть. И тогда контекст будет очень правильным. Коляс. Опасный ты. Очень опасный. Я в Cyberpunk сейчас пытался играть. Такая багованная игра. Столько всяких агрессивных мудок. Да, у меня просто слов нету. Я подошел к какой-то банде, меня начали шмалять. Ментам пофигу. Я подошел. Я слегка задел пешехода, блин. Задел, не сбил, задел. На меня менты накинулись. Это звездец. Тут лох. Вот бы накормить их этими розочками. Не, ну я тебе вон три нормальных есть, я тебе их могу отдать. Понакупили всякой херни. Ну что, отпуск, есть отпуск, надо отдыхать. Правильно я говорю? Отдыхаем.